каждый год приезжаем сюда на выставку и приезжаем большой делегацией, не один человек. Вот сегодня приехало 19. Нас 19 человек. Мы берем всех наших управленцев с компании, агрономов, инженеров, снабженцев и привозим сюда. И сад приехал тоже посмотреть свою технику. Потому что, наверное, самая лучшая выставка у нас из доступных здесь, под открытым небом. Очень ценно то, что здесь все можно посмотреть, и не такая скученность, можно посмотреть все, все агрегаты, не такая стоимость земли, наверное, да, здесь выставка хорошо представлена. Я смотрю, да, опрыскиватель, какой подойдет, потому что, ну вот, у нас были самоходники, и они постепенно, ну, вырабатывают, у всех есть свой срок жизни, да, и их надо менять. Потому что, ну, один раз ты опоздал с опрыскиванием на 5 дней, да, получил минус 10 центнеров на культуре, и это приведет к потере стоимости опрыскивателя. Вот, мы пришли посмотреть здесь почвообрабатывающую технику, потому что, ну, железки и стоимость импортных запчастей и импортной техники сейчас неподъемная. Когда начинаешь считать, во что обходится гектар, например, от Лемкина, у нас он быстро получилось 1500 только стоимость техники и запчастей, чтобы вспахать гектар пашни. Вы доверяете отечественным аналогам? Тут доверяй или доверяй, не доверяй, деваться некуда. Ну, больше эта поездка, конечно, чисто информативная, посмотреть, куда движется наше сельское хозяйство, какие новые перспективные виды техники выпускает, в частности, наше машиностроение шагнуло далеко вперед, стали в связи вот с этими санкциями выпускаться аналоги лучшего мирового машиностроения, культиваторы, бороны, сеялки. Хотелось бы, конечно, там подобрать на ту технику, которая имеется уже в нашем хозяйстве, доступная по цене и достойная по качеству, значит, комплектующие, запчасти, чтобы можно было покупать, познакомиться, значит, с новыми поставщиками и производителями, ну и, конечно, встретить старых друзей, пообщаться. Вообще, конечно, приятно смотреть, что выставка в Услабинске год от года становится краше, шире и все больше участвующих в ней людей, и у нас, у сельхозников, появляется достойный выбор современных, отечественных, российских, значит, аналогов, лидеров мирового машиностроения. Это... Заморозки у нас на 9 мая были ночные до минус 2, кукуруза пострадала процентов на 35-40, оно сейчас начало отрастать, подмерзшее, надеемся на какой-нибудь средний урожай, дай бог бы нам еще, конечно, бы дождей, чтобы пшеничка активно, ой, не пшеничка, а кукурузка активно тронулась в рост. По пшенице критичного такого ничего нет. Есть несколько участков, расположенных в низинках. Там есть поражение, значит, морозом, морозобой колоса. Не критично. В процентном соотношении может быть процентов 5-8 пораженных колосьев. И то как бы там на 30-50%. Размер колоса, то есть подмерз. Но день поля у нас будет по графику, 6 июня рад буду приветствовать. На этом участке морозобой не случился, все нормально, все хорошо. Я думаю, что людям у нас будет что посмотреть, а нам что показать. Я вообще сторонник выставок, не сколько что-то приобрести, а самое главное в нашей сейчас жизни – это коммуникации, встретиться с людьми. А там уже, если что-то понравится, то приобретем. Ну, у нас получилось по прошлому году самое маржинальное – это пока рапс. Пшеницу мы вообще сработали минус 2 рубля. В ноль там вышли по кориандру, на льне чуть-чуть заработали. Ну так, живем на остатках роскоши прошлогодних годов. Но все равно так же все сеем, все в оборот не меняем. Когда-то и на нашей улице будет праздник. В каком состоянии сейчас у вас посевы находятся? Правда ли, что засуха сократит урожай существенно? Ну, 4 месяца вообще ни капли. Вот мы уже на следующей неделе выходим убирать ячмень. И
наверное, в ближайшее время не предвидится. Вот, уже как бы на озимые культуры не надо, а вот яровые уже просятся. Ну, у нас технология наутил, мы собрали влагу прошлогоднюю. Пока еще терпимо. Новинка этого года, мы ее впервые предоставили на выставке ЮКАГРА в ноябре 2023 года. И вот сегодня посевной комплекс «Алтай-диск» на выставке «Золотая Нива». Это получается сеялка дисковая. Здесь нельзя сказать, что мы ее с какой-то конкретной сеялки копировали. То есть мы взяли совокупность положительного опыта факторов разных сеялок. То есть нам нужна была дисковая сеялка, которая бы была нулевая. Нулевая по минимальной технологии, то есть потребность в нашем регионе есть. Соответственно, есть сеялки John Deere 1890, там мы, соответственно, в процессе работы там знаем их недостатки, и хотелось вот сделать с посевной комплекс с совокупностями факторов. На что она больше всего похожа? Это, ну, наверное, больше всего она похожа на сеялку Бурго дисковую. Здесь мы применили принцип. То есть данная машина у нас 12-метровая ширина захвата, в междурядье здесь идет 25-я сошняков, и есть передний брус, это секция MRB. Это межрядная обработка внесения удобрения, основная задача. Но и в сошняки MRB тоже можно вносить посев. Вот, сеялка сделана на 90% из, то есть на нашем производстве. То есть есть ряд закупных позиций. Но как бы в основном мы ее производим сами. Мы здесь добились давления на сошник 240 кг. То есть и по таким выражениям сеялка может, грубо говоря, сеять там в любую переуплотненную почву сухую, в любой бетон. Посмотрели новинку, торумы. Очень комбайн тоже нравится. Также смотрели мы и протравочную машину. Интересует протравка гороха нас. Вот, так что, ну, в принципе, очень нравится все, новинок много, кто-то что-то дорабатывает по своей технике, много, конечно, импортозамещения, это китайских производства, и тракторов, и погрузчиков, так что, ну, в принципе, всем довольны, ходим, наслаждаемся. Ну, год неординарно сложный очень, и заморозки повредили посевы, особенно еще в большей степени в нашем районе это засуха. Яровой сев очень в плохом состоянии находится. Горох цветет, но завязи и стычков таковых нету. В земле трещины большие. Лен тоже довольно-таки ужаснейшее состояние на сегодняшний день. Так что о каком-то великом урожае пока говорить очень сложно. Мы привезли показать аграриям зерноочистительные машины, зернопогрузчики, зернометатели. Зерноочистительная машина УЗФ-25С, очиститель зерна фракционный. Машина самоходная, она комбинированная, воздушно-решетного типа. Имеет в себе два канала аспирации, которые у нас работают до решетного стана, удаляет легковесную примесь. Затем работают решетные станы, здесь удаляется крупная, мелкая примесь, калибруется зерно по размеру. Ну и немаловажно, канал второй аспирации, который работает уже после решетного стана, которого нет ни на одной из передвижных машин российского производства. Здесь происходит удаление щуплого неполноценного зерна по удельному весу. А вообще наша машина отличается, в принципе, всем максимально от машин конкурентов, начиная от загрузки. Загрузка машины представлена в виде нории ковшовой. Здесь выполнен не наклонный скрипковый транспортер, а именно ковшовая нория, что позволяет грузить с минимальным травмированием зерна на входе, минимум травмирования при подаче зерна в машину. Ни на одной из машин передвижных такой выгрузки нет. Какие плюсы этой выгрузки? Исключение травмирования зерна после очистки. Здесь нет уже ни цепи, ни звездочек, ничего. Здесь идет резиновая лента с шевроном. Высота погрузки до 3 метров. Потом, немаловажно, машина оснащена циклоном. Вся пыль, которая не осядет в камерах аспирации, она у нас зайдет в циклон и поместится в этот мешок, который в комплекте тоже с машиной он идет. На «Золотую Ниву» мы приехали посмотреть предоставленные орудия, сельхозорудия, техника в обновленном виде. Процесс не стоит на месте, все двигается. Соответственно, мы идем в ногу со временем. На полях пшеница, горох. Ну, влага, дождь есть,
Надеемся, что будет все хорошо. Наш завод находится внутри холдинга группы компании «Агробелогорье». У нас свои посевные площади. Значит, мы технику делаем, испытываем на своих посевных площадях. И потом, после успешных испытаний, выводим ее на рынок. На этой выставке мы привезли новинку. Это гибкая барана. У этой гибкой шлейфовой бараны очень интересная конструкция зуба. То есть зуб выполнен как клинок. Каждый зуб имеет свою посадку для того, чтобы четко держать углы атаки 30-50 градусов. То есть данная барана может работать как в пассивном состоянии, так и в активном состоянии. Барана... Несущие балки выполнены в виде ферм, что исключает порывы при нагрузке. Барана полностью гидрофицирована, в транспортное и рабочее состояние. Ее переводит один механизатор в районе 10-5 минут складывания. То есть это уже другой шаг. Мы прекрасно понимаем, что сейчас немного не хватает рабочей силы, у всех есть проблемы с механизаторами. И вот дабы на раскладывание не привлекать дополнительных механизаторов, сделана полная гидрофикация бараны. Впервые мы вот на этой вот выставке на Золотой Ниве в Услабинске. Ну, если честно, масштабы впечатляют, и мы в следующем году очень сами хотим выставиться, потому что здесь вот именно рабочая выставка, потому что очень много выставок для нас сегодня, как дилеров сельхозтехники, они такие более, ну, скажем так, фейерверком выстреливают, затраты есть, а эффекта нет. Вот на самом деле две выставки, которые проводятся в России, это Югагра и Усть-Лабинск, это, я, пожалуй, наверное, самые рабочие. Именно здесь заключаются контракты, люди собираются и по-деловому общаются, они просто посидят, шашлык поедят. То есть это для дилера, конечно, приятно, но хочется работать. Вот здесь вот рабочая тема. Занимаемся производством и продажей упаковки для овощей. Да, на Золотой Ниве мы уже участвовали. В позапрошлом году мы также выставлялись от нашей компании, также с этой продукцией по кормозаготовке, упаковке для овощей, капельному поливу и семенам профессиональным. Потому что, ну, сейчас сезон, да и в принципе Краснодарский край славится овощами. Это лук, морковь, картофель в принципе. Упаковка интересуется, семенами интересуется, капельным поливом, укрывным материалом. В принципе, данная продукция интересует людей. Для нашей компании, наша компания молодая, мы всего на рынке 4 года. Что предлагаете? Предлагаем продукцию для заготовки кормов и силоса. Это агростретч, силосные пленки, шпагат, сетки сеновязальные, ну и рукава для хранения зерна. Производство Россия? Производство у нас не только Россия, плюс это Европа, это Китай и Иран. Иран – это у нас агростретч и тепличная пленка, шпагат и силосная пленка – это все российское производство, делаем сами. А мы привезли сельхоздрон, это прототип, то можно так сказать, наш мул, на котором мы тестируем и проверяем различные настройки, форсунок, чтобы убедиться, что это будет рабочий, так сказать, настоящий рабочий аппарат. А данный дрон мы будем производить в Краснодаре, начнем мы в августе. Запускать производство будет он состоять практически полностью из российских компонентов. Единственное, что будет китайское, это у нас электроника. Все остальное будет произведено в России, большая часть будет произведена в Краснодаре. За смену данная машина может в идеальных условиях обработать до 300 гектар. Ширина захвата у него варьируется, но для примера объясню так, что при высоте 2,5 метра ширина захвата 12 метров. Вылив различный, до 30 литров на гектар, больше, к сожалению, не можем выдать. Работаем на форсунках как роторных, щелевых, также у нас есть генератор тумана для обработки садов, виноградников и прочего, и сеялка для разбрасывания твердых удобрений или внесения каких-либо посевов типа риса, горчицы и тому подобного. Хочется представить вам уникальную машину. Она действительно уникальная. Такой нет под брендом Agrolex. Это доведенный до устойчивой качественной работы система потоковой дозации средств защиты растений. Мы
видим, что здесь 9 компонентов представлено, от компонентов с большей нормой расхода до компонентов с меньшей нормой расхода. Эта система позволяет дозировать жидкие средства защиты растений в различной комбинации, либо в различной рецептуре с точностью до 0,1%. Машина компактная, машина выполнена очень надежно, влагозащищенная, машина умная. Машина умная, машина позволяет корректировать норму внесения препарата в зависимости от его вязкости и температуры. Мы понимаем, да, что вязкость жидкости влияет на его объем, а дозируем мы объемно. Мы можем несколько параллельно рецептур задействовать. Мы можем приготовить раствора ровно столько, сколько нам нужно внести, не больше и не меньше. При этом система позволяет вести отчет по использованным препаратам, по остатку препаратов, на поле, на культуру и так далее. И быть интегрированная вплоть до интеграции в информационную систему предприятия с отчетом, вплоть до формирования отчетов и списания на каждом поле, что очень важно. У сельхозтоваропроизводителей Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края уже используют эти машины в своей работе уже второй сезон. Сегодня актуально все, все нужно, все требуется. И техника нужна, обновление нужно, и обязательно, и строение. Ну, то есть весь комплекс, он подлежит периодической замене, а кто-то его годами добивается. Вот мы, допустим, много лет уже вот пытаемся развивать хозяйство, но за ценами не успеваем, просто не успеваем за ценами, поэтому вот приезжаем хотя бы встретить своих давних партнеров, с кем работаем, прессу встретить свою, ну и все равно наметить какие-то тоже цели, потому что нужна вот потребность, вот у нас, допустим, в хозяйстве сейчас нужно было бы приобрести еще бы один пропашной трактор хотя бы, и сеялку пропашную обновить, поменять надо было бы. Ну вот прошли, посмотрели, цены, конечно, не то что кусаются, они прям гавкают сдалека на нас, да, цены просто, конечно, ах, швах, сумасшедшие. Ну, в любом случае, это мероприятие полезное, в любом случае, человек живет, планирует, без планов жить невозможно, будем жить дальше, будем двигаться, будем смотреть и пытаться чего-то добиться в этой жизни.